Через контролирующие организации пишите. Пусть меня штрафуют, пусть проверяют. Пишите, это ваше законное право. Покупка уже заключена, все совершено. Мы не можем продать товар, который... Как вы говорите, товар, да? Пусть это будет товар. Это живое существо, социальное. А как вы докажете, что у вас животное? Заключен уже договор о том, что вы его продаете? На основании требований, если вот придет ко мне судья, полиция, скажет, предоставьте мне следующие документы. Ну, а почему до этого нам говорили, что вы не можете его корочку отдать? Подождите, вы только что сказали. Господи, я вам могу показать свою корочку. Вы покажите тоже документы. Если вы в соцсетях напишите, что у нас в магазине все хорошо. Вы его пойдете продадите, вы продадите. Есть обмен потребителей. Мы находим человека, который будет из семьи, он уходит в семью. Только для того, чтобы избежать вот этого всего неприятного зрелища, не знаю, как это назвать, шоу. Вы себе ставите лайки, я не знаю, как вы себе зарабатываете. Мы нашли человека, мы нашли семью. Женщина у нас покупала енота несколько лет назад. Угу. Этот человек активный, этот человек в соцсетях, это волонтер. Мы сразу решили, что это хороший вариант. Мы все ими зоопарк, доверяем. Домашнее все животное, которое вы верят. Дома. Они умеют работать с животными, вот и с домашними, и с дикими. Они компетентные люди. Вы мне обещали прийти на встречу один на один. Я вас ждал, сейчас здесь 15. Это что? Вот это?